В мэрии Красноярска наконец-то назвали дату открытия парковки около Кванта. Строит ее в этом месте уже около 15 лет. Сейчас же в планах владельцев участка использовать основную часть сооружения как стоянку, а в пристройке разместить административно-торговый комплекс. Завершить работы обещают уже в конце этого года. В администрации Центрального района говорят о том, что это сооружение поможет решить известную проблему парковки в центре Красноярска. К слову, в этом месте, особенно в будние дни, очень сложно оставить свою машину, некоторые даже вынуждены нарушать правила. Дело в том, что наш город имеет проблему, особенно центральная часть. Очень много автомобилей, которые бросаются во дворах, бросаются в проулках, на улицах. Вот. Предполагаемая парковка, она будет иметь возможность поставить 375 автомобилей. Вот. Я думаю, что на каком-то этапе это должно ситуацию разгрузить. Плюс к этому это некий новый опыт центральной части города.